Привет, друзья! Весна пришла. Посмотрите, я их называю подснежники. Это галантусы. Видите, как вылазят уже? О, какая красота! Посмотрите, примулы как хорошо перезимовали под снегом. Даже было минус 30. И все нормально. Вот, смотрите, анитиноглазка тоже перезимовала хорошо. И вот мои подснежнички вылазят. Сейчас покажу вам еще. Сегодня солнышко, погода хорошая. Правда, конечно, мокро, грязно. Ну, снег, как ни странно, быстро растаял. Сейчас покажу вам. Крокусы уже полезли. Не успел снег на грядке растаять. Вот здесь у меня такая клумбочка. Здесь тюльпаны, а в центре крокусы. Видите? Уже крокусы лезут. И тюльпанчики тоже уже лезут. Видите? Какие красивые. Солнышко слепит. Ой, вот такая красота. Весна. Солнце яркое. Качели мы достали. Ну, в смысле, матрас от качелей. Вот такая красота. Все везде уже хочет расти, хочет таять. Смотрите, моя снюка вылезла из-под снега наконец-то. Кончики обсохли, надо будет пообрезать. Вот такие вот дела. Там мои гортензии крупнолистные. Не знаю, как они пережили эти морозы. Ну, если цвести не будут, ничего не поделаешь. А вот посмотрите, сейчас я вам покажу, как хорошо перезимовал. Ой! Не дойти. Ой. Тимьян. Видите, какой красавчик? Минус 30, ему хоть бы что. Ну, правда, под большим слоем снега, конечно. Красота. Посмотрите, уже лезут флоксы. Видите, красненькие. Как только сходит снег и немножко тепла, все начинает пробуждаться. Вот такие вот у нас дела, делишки. Все, желаю всем хорошего настроения весеннего, крепкого здоровья. Всего наилучшего. Всем пока.